Какие тучи грозовые. А тут чистое небо просвечивает. Да, погодка у нас, конечно, резко похолодала. Ну, конечно, трындец. А вон там облака. На ромашковом поле, сердце мое. Так, мы сейчас идем погулять, идем в парк. Сейчас подключусь, с вами поговорю. Идем в индийский парк. Мои хорошие, всем приветик. Всем добрый день, добрый вечер. Села с вами поговорить, сейчас в парк идем, прогуляемся и с вами поговорим, что я сегодня купила. Сейчас вам покажу, зашла, купила шампунь. Точнее, сошли со Стасиком, купили шампунь. Head & Shoulders, как я перевела через переводчик, это от жирных волос. Посмотрите, с лимоном, с цитрусовым. Да, это от жирных волос. Citrus Fresh. Такой шампунь. Попробую. Сегодня приду, сейчас голову помою, посмотрю, какой эффект будет. Вроде хороший шампунь. Head & Shoulders всегда покупаем. И купили, это в Лидле купили. И купили мороженка. Сейчас покажу морожено. Все. Ничего такого не покупали. Сегодня вывезли стиральную машинку. Освободили место. Я вам покажу в следующем видео. Там уже снято было, но это видео хочу целым куском записать и выложить. Без монтажа. Монтаж — это когда нескольких видео делается одно видео, когда склеивается. Настроение чудесное, но погода, сами видели, какая погода. Еще нету того тепла, похолодало, я вот оделась, Стас тоже в куртке. Все цветет, но прохладно. Сейчас погуляем, после обеда вышли, вот... Кстати, по комментариям хочу пройтись. Такой бред пишут. Ну, люди, это ужас. Это ужас. Вот у меня на канале, у меня каждое видео я выпускаю с любовью. С любовью, с душой. Каждое видео на канале с душой снято. Люди идут и смотрят, что я делаю. Держусь на селфи-палке. Ой, ветер, ветер, ветер. Сейчас звук будет плохой. Видите, какой ветер. Я каждое, в каждое видео вкладываю душу. Я не просто так и взяла, записала видео, а нечего делать. Я видео, вот реально, я всегда, любое видео, тот же мукбанг, я всегда в него вкладываю душу. Я всегда, у меня контент, я лично считаю, и многие зрители, мне сегодня в телеграм-группе писали, то, что очень хорошее видео, хороший канал, но писать в комментариях у людей... Желания нет, потому что много чертей заходит, вот не побоюсь этого слова, чертей, и разводят срач в комментариях, именно вот эти какие-то черти. Не буду про них говорить, мне уже это честно поднадоело, сама уже эти комментарии не читаю, потому что этот бред читать, ни у кого, я думаю, настроения нету, желания точнее нету читать какой-то бред. Ежели люди свою жизнь испоганили, они идут, они бегут и стараются испоганить жизнь другому человеку. Человеку, который в жизни что-то достиг, каких-то высот, чего-то добился человек, причем своим трудом. Вот я лично, мой канал взять, я за год, я своим трудом добилась успеха. Исключительно своим. Не, мне помогли, мне были люди, которые мне помогали, я им благодарна, но в целом я много труда. Вот за год я каждый день видео снимала, вот за год. Это огромная работа, это огромный труд. Огромное-огромное спасибо тем зрителям, которые мой труд оценивают. Я вам очень признательна. В этом году ровно год моему, в этом месяце, точнее, в апреле месяце ровно год моему YouTube-каналу. Очень признательна.
Есть, конечно, попадаются люди, которые заходят, чтобы просто испортить настроение. Но такие лесом идите. Многих заблокировала даже за сегодняшний день. Многих заблокировала. Мукпанк, кстати, там писали такую ахинею, что утром, не утром. Мукпанк записывался вчера, выложен был сегодня. У меня часто на канале есть видео, которые я записываю за день до публикации. Я его вчера записала, вчера вечером. У меня, я всегда в основном видео загружаю на YouTube, всегда после 10. Как я свободная, как я уже к сну готовлюсь, я занимаюсь загрузкой видео. Загрузила видео, установила время, когда оно будет опубликовано для всеобщего обозрения, и легла спать со спокойной душой. Утром проснулась, вижу видео уже на канале, уже его смотрят. Так работает платформа YouTube, если кто-то не знает. Потому что есть люди, наверное, думают, я записала и тут же его кинула на YouTube. Такое есть. Вот на данный момент это видео я сейчас записываю, приду домой, его загружу, и вы его посмотрите. Если длинное видео, то, конечно, заранее я его записываю. В общем, вот так. Что хочу сказать, машинку собрали. Вот это очень радостное событие. Сегодня в 11 часов пришел человек, ее забрал, вывезли ее с квартиры. Там место грязи там за машинкой было. Машинку мы не устанавливали, машинка была в квартире. Я все помыла, все почистила. Пыли, грязи набралось. Ну, машинка лет 10, если я не ошибаюсь, она там стояла лет 10. Так что все, машинку освободили, сейчас буду искать, какую купить. Не знаю, честно, стоит покупать новую, не стоит. Посмотрю, там, кстати, на кухне такое хорошее место освободилось для съемок именно мукбанка. Там не надо уже использовать этот столик, что я использую для мукбанка. У меня есть специальный столик. Там поверхность высокая, можно теперь на скамейку сесть и отлично записать мукбанк. Так что, возможно, мукбанков будет намного больше на канале. Так, что еще хотелось бы сказать? Ну, люди даже в шортах ездят. Сейчас покажу, может, вы увидите. Ну, холодно. Сегодня относительно холодно. Такое ощущение, что плюс 6 градусов. Хотя я погоду смотрела, плюс 11. Но холодно. Стас там снимает, цветочки снимает. Такой маникюр сделала, посмотрите. Синий цвет. Писали фиолетовый, писали разный. Такой синий. С плеском. Ну, камера не передает хорошо. Ну, лак отличный. Сама красила ногти, все сама. На все руки мастер. Вот я действительно я такой человек, что я все сама делаю. Абсолютно все. Так что вот так. И маникюр могу сделать, и вкусную еду наготовить, и постирать вручную могу. Абсолютно, абсолютно. Ну, нет такого дела, которое я не могу выполнить. Вот я такой человечек. Все могу, все умею. Это огромный плюс. Это огромный плюс. Я понимаю, есть люди, которым это не нравится, что есть люди намного лучше них. И от того вот эта вся грязь, вот эта вся ахинея на канале вылазит в комментариях, в виде комментариев. Потому что нормальный человек никогда такое не будет писать. Никогда. Нормальный человек, если заходит на канал, он будет хорошее что-то писать, либо же вообще не писать. Если ему контент не нравится, вот мне не нравится контент, я его смотреть не буду. Ежели вы смотрите контент, ежели вы пишете, значит, либо же от злости, либо же от зависти. Других вариантов нету. Блогер не нравится, я не смотрю. Блогер нравится, я смотрю. У меня лично нет такого, чтобы я кому-то из блогеров советовала и писала им ахинею. У меня такого нет. У вас, походу, такое есть. Раз я вижу в комментариях это, значит, так оно и есть. Так, что там Стас делает? Потянул меня сегодня поехать в парк, поехать в индийский парк. Ну, может, еще что-нибудь интересное сниму, вам покажу. Честно, особо никуда не хотелось идти.
потому что погода утручающая. Погодка такая, что только дома сидеть. Вчера постирала, вчера кучу вещей перестирала. Все чистое дома, но высохнуть не успела. На балкон выходила, все сырое. Все еще сырое, еще не подсохло. Так, а куда же этот Стас ушел? Что-то я его не наблюдаю. Сейчас пойдем... А, вон, снимается. Фиксирует себя на камеру. Сейчас пойдем, погуляем, пройдемся. Хочется солнца, но надоел этот ветер, это холод, надоел уже. Хочется на пляж. На мое день рождения поедем с вами на экскурсию. Будет у нас экскурсия, и, конечно же, вечером, наверное, прямой эфир будет праздничный. Так что вот так. Все, всем хорошего настроения, хорошего вечера и до скорой встречи. Обязательно ставьте лайки.